40-летний мужчина задержан по подозрению в изнасиловании 3-летней девочки в Алматинской области. Как установило следствие, он также совершал насильственные действия по отношению к ее сестре-близняшке. Об этом сообщили в департаменте полиции. Сейчас подозреваемый находится под стражей. Девочки в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Им сделали операцию. В приемное отделение областной детской клинической больницы были доставлены бригадой 103. Двое детей 20-го года рождения, близнецы, из одной семьи, в сопровождении матери и фельдшера. Дети прошли все необходимые обследования. Состояние детей средней степени тяжести, госпитализированы в хирургическое отделение. Под общим наркозом проведена операция. Медицинская помощь оказана в полном объеме. Лечение по протоколу. По неофициальным данным, подозреваемый насиловал детей в течение 9 месяцев, а их мать и бабушка умалчивали об этом факте. Некоторые утверждают, что родственники простили мужчину, из-за которого дети едва не погибли. Однако, так ли это на самом деле, установит следствие. Подозреваемый в изнасиловании малолетней девочки в Алматинской области задержан. Им оказался 40-летний мужчина. Он водворен в изолятор временного содержания. В ходе расследования установлена причастность подозреваемого к изнасилованию сестры девочки. Взята под стражу жена подозреваемого. Проводятся все необходимые следственные действия с назначением экспертных проверок. Расследование дела на особом контроле начальника департамента полиции Алматинской области.